Всем здравствуйте! Взяла несколько тетрадок по русскому языку. Сегодня у нас 12 февраля, и в нашей школе традиционно проходит декада предметных наук. И сегодня мы писали классный тур Олимпиады, и потом делали разбор всех заданий, и эти задания выполняли в тетрадке. Итак, проверяем классный тур Олимпиады. В первом задании нужно было найти количество слогов, если известно, что в слове 7 согласных и 2 гласных. Мы знаем правило, сколько в слове гласных, столько и слогов. Так как было допущено большое количество ошибок, мы открыли на 135 странице словарь учебника «Русский язык. Первый класс» и выполнили такое задание. Нужно было найти среди словарных слов те слова, в которых 2 гласных. Выписали «пенал», «петух», «пальто». 3 гласных. «Карандаш», «корова», «собака». Слова могут отличаться у детей. Обозначили красным карандашом гласные. Вспомнили еще раз правило. Сколько в слове гласных, столько и слогов. И их количество написали наверху. Второе задание нужно было в слове «иа» определить количество слогов. Опять же, вспоминаем правило. Сколько в слове гласных, столько и слогов. «Иа» – 2 гласных, 2 слога. В третьем задании нужно было определить количество слогов в слове «кот» и в слове «мяу». Все верно. В четвертом задании нужно было в словах определить гласные, подписать их красным карандашом. Школа, учитель, ученик, мел и класс. Казалось бы, все задания, те, которые мы выполняем ежедневно, и я думала, что итог классного этап Олимпиады будет намного лучше, но оказалось не так все радужно. И я поняла, что ребята еще не до конца понимают задания, читают и не понимают, что делать, потому что знания у них есть, но так как это Олимпиада, то они должны были прочесть все сами. В пятом задании нужно было обозначить согласные звуки мягкие. В слове «шарик» мягкий согласный звук «р». Мягкость ему придает «и». В слове «гора» нет. Но вот здесь вот, видимо, сначала обозначили, потом стерли. В слове «конь» вот мягкий знак придает мягкость предыдущему согласному. То есть, получается, вот это вот немножко не дотерли, но выполнять начали, видимо, неверно. В слове «лето» мягкий согласный получается «л». Буква «е» придает мягкость. В слове «люба» мягкий согласный «л». Буква «ю» придает мягкость. То есть вот опять это задание выполнено неверно. Потом я напишу, чтобы доделали. В шестом задании нужно было подобрать по одному слову к буквосочетанию «жи». Ну вот здесь вот я не могу понять, что это «жилет». Жилет, желез, что это такое желез? Нет такого слова. Камыши, чашка, чаща, учу, щука. В седьмом задании нужно было к окончанию «ом» или к части слова «ом» какую-то букву подставить так, чтобы получилось слова. Ком, том, ром. В восьмом задании буквы были переставлены местами. Нужно было поставить так, чтобы получилось слово «заяц», «лиса», «жираф», «слон», «утка». И подчеркнуть то слово, которое отличается от других. Это слово «утка», так как это птица. В девятом задании нужно было вставить буквы в пословицу «без труда не вытащишь» и «шишки из пруда». А не шишки, а рыбку. Рыбку из пруда. Кстати, в девятом задании было самое большое количество ошибок. Пословицы ребята совсем не знают. В десятом задании нужно было из слов составить
предложение. У кошки Мурки были котята. Было написано в разноброс. Нужно было выполнить это задание. Значит, здесь за работу над карточкой выполняли мы ее вместе. Все проговаривали. И напишу, что нужно переделать. Переделать номер пять. Карточка у детей на руках. Переделать номер пять. Обозначить мягкие согласные. Так, проверим следующую тетрадку. Здесь ребенка не было 8 февраля. Работа была сдана сегодня. 12 февраля. Пальто, пенал, петух, собака, сорока. Работа. Сколько в слове гласных, столько и слогов. В слове ИА 2 слога. Кот 1 слог. Мяу 2 слога. Школа, учитель, ученик. Словарное слово. Мел, класс. Сразу напишу сюда слово ученик. Для написания. Ученик. Нужно запомнить букву Е. Мел и слово класс. Шарик. В слове гора нет мягких согласных. Конь, лето, Люба. И вот здесь вот не нужно гласный подчеркивать, либо мягкий знак, а просто мягкий согласный. Жираф, шина, чаща, щука. Жишича, ща, чаща. Тогда уж вот так. Чаща, щука. Лом, дом, гром. Угу. Заяц, лиса, жираф, слон. Слово утка. Лишнее. Нужно было подчеркнуть лишнее слово. Без труда не вытащить и рыбки из пруда. В конце предложения точка. И 10-е задание, ну, видимо, не успела сделать. Нас еще сегодня фотографировали. У нас была фотосессия. Ну, так, в принципе, работа неплохая. И эта ученица вышла в школьный тур Олимпиады. За работу на уроке поставлю прямоугольничек. Слово ученик написать. Следующая тетрадка. 12 февраля. Классная работа. Пальто, пенал, петух, весело, деревня. ИА. Только там ИА нужно было написать с большой буквы. Кот. Ну, кстати, здесь количество слогов не обозначено. Кот. И мяу. Школа, большой буквы. Учитель, ученик, пишется с буквой Е. Ученик. Мел и слово класс. Мы это слово уже учили. Слово класс пишется с двумя буквами С. Здесь нужно было просто обозначить гласные. Вот гласные не обозначили. Букву Е напишу. Здесь строчку не пропускаем. Вот когда даже одна остается, не пропускаем. Шарик, гора, конь, лето, Люба. Имя собственное пишется с большой буквы. Задание выполнено верно, что мягкие согласные обозначены правильно. Лыжи, шина, чаща, щетка. Щетка не подходит, так как жиши, чаща, чу, щу. То есть не до конца. Сом, дом, ом. Ну вот слово ом, это, видимо, какая-то аббревиатура окружающий мир. Например, можно было написать ком. Заяц, лиса, жираф. Не все слова. Без труда. Не вытащить. Чего не вытащить, непонятно. У кошки Мурки котята. В конце предложения точка. Так, так как выполняли практически все самостоятельно, поставлю треугольничек, потому что ошибочки есть. Следующая работа. Пальто, пенал, петух, карандаш, собака, сорока. Вот цифрой
не указал количество карандаш. Три. И А2. Код 1. Мяу. Мяу. Написано. Мяу. Количество слогов 2. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Школа, учитель, ученик, мел, класс. Шарик, конь, лето, люба, люба. Чижи, карандаши, чаща, щука, учу. Гром, ком, дом. Заяц, лиса, жираф, слон, утка. Без труда, не... Без труда и рыбку не вытащить из пруда. У кошки Мурки были котята. Так, вот этот ученик тоже прошел во второй этап Олимпиады. Поставлю прямоугольничек. Завтра будет школьный тур Олимпиады. Классная работа. Замечательно написаны слова. Молодец. Пальто, пенал, петух, весело, воробей, ворона. И А, заглавная буква, обычно первое слово пишется с большой буквы. Кот, мяу, 1, 2, школа, учитель, ученик, мел, класс, шарик, гора, конь, лето, люба, стрижи, шишки, чашка, чумазая, щука. Том, ком, том. Заяц, лиса, жираф. Напишу это слово для показа. Жираф. Слон, утка. Без труда не вытащить и рыбку из пруда. У кошки Мурки были котята. То, что заглавная буква. Поставлю прямоугольничек. Этот ребенок тоже прошел во второй этап Олимпиады. Так, дальше. Здесь у нас обложка выпала. Следующая. Дятел. Вдруг тоже хорошо написано. Молодец. Пальто, пенал, работа. И А, два слога, кот, мяу, школа, учитель, ученик, мел, класс, шарик, гора, конь, лето, люба, лыжи, шина, чайка, щука. А что такое грачу? Щавель, заяц, лиса, жираф, слон, утка. Большой буквы. Без труда не... Без труда не вытащить и рыбки из пруда. Мурки у котята были. Напишу переделать. Переделай номер 9 и 10. 9 и 10. Угу. Так, следующая тетрадка. Воробьи, синицы. Классная работа. Пальто, пенал, петух, собака, ворона, тетрадь. И А, два слога. Код 1, мяу, 2. Школа, ученик. Через запятую. Учитель, мел, класс. Так, сразу напишу слово ворона. Ворона, ворона. Нужно запомнить букву О. Ученик, ученик, ученик. Учитель, мел, класс. Так, ворона, тетрадь. Тетрадь, два слога, ворона, три слога, собака, три слога. Шарик, гора,
конь, лето, любо. Угу. Жираф, чашка, щука. Ну, не все, да, буквы сочетания. Сом, ком, дом. Заяц, буква сочетания А с буквой Я напишу. Заяц, заяц, лиса, жираф, слон, утка. Начало предложения пишется с большой буквы, без труда и не вытащить, не вытащить. И рыбки из пруда. Были у кошки Мурки котята. Ну, можно и так. Так, здесь у нас получается... Тоже, так как работали вместе, совместно, конечно, должно поменьше быть. Букву Б за главную напишу еще. Дальше. Следующая тетрадка. Буква Г с буквой Г. То есть вот здесь совсем не поймешь, смотрели куда или на перемене делала. Делал буква Р с буквой Р. Когда пишем такие вот показы, обязательно нужно прописать их, не торопясь, аккуратненько, правильно посмотреть, как пишутся буквы. Ну, здесь вот они такими вензелями, русский алфавит. Вот обыкновенный алфавит. Посмотреть, как буквы пишутся, и написать их в соответствии с правилами, да, как правильно написать. Мы же учимся, еще первый класс. Так, слово пальто, словарное слово с учебника списывали. Напишу для показа слово пальто. Ударение падает на О, должны запомнить букву А и мягкий знак в этом слове. Придает мягкость предыдущему согласному. Пенал, петух, хорошо. И А, тут не тот, а кот был. Мяу. Угу. Школа зачем-то с двумя L. Школа. Учитель, ученик, мел, класс, шарик, гора, конь, лето, любо, жираф, ершит, чашка, щавель, хочу, щука, Рома, дом, ком, заяц, лиса, жираф, слон, утка. Без труда не вытащить рыбку из пруда. В конце точка. У кошки Мурки были котята. Так, поставлю прямоугольничек. Кстати, эта девочка тоже прошла во второй этап олимпиады. Так, вот, например, когда совсем все плохо, да, я приклеиваю карточку и прошу переделать. Вот написали работу над ошибками. Я насыпал в кормушку пшена. Сразу слетелись воробьи, синицы. Они проворно клевали корм. Я иду по лесу, вдруг слышу стук дятла. Его называют санитаром леса. Дятел лечит деревья от вредителей. Молодец. Февраля. Классная работа. Ну, здесь вот переписано задание. Сколько слогов в ИА 2, сколько слогов в слове кот мяу. То есть, видите, не понимают еще ребятишки, где задание, где сам текст для заданий. У кошки Мурки были котята. Нас сегодня еще фотографировали, и многих ребят брали с уроков, поэтому, может быть, поэтому не успела здесь написать. Напишу слово класс и слово классное. Две С надо запомнить. Все, все тетрадочки на сегодня. Спасибо, что проверили их вместе со мной. Если понравилось, поставьте лайк, пишите комментарии. У нас первоклассники уходят со среды на каникулы, и я планирую начать подготовку к промежуточной аттестации по русскому языку и математике. Всем добра!